Елочка. Вот в этом году такую маленькую поставила елочку на стол журнальный. Она у меня в горшке, которая предназначена для высадки елка. Вот постоит немножко, и потом я ее выставлю на балкон. Буду, наверное, поливать, а как сойдет снег, посажу. Минимально игрушек, всего минимально. Все, что было в доме, особо ничего не покупала. Экономлю бюджет. Вот это пойдет на праздничный стол и рождественская звезда. Надо будет вставать с скатерти. Но так люблю немножечко украсить, чтобы чувствовался праздник. Наломала веточек в лесу. Поставила в вазу. Ну вот и все украшение моего веночка. Решила не городить огород. Вот привязала такую тесемочку, за которую подвешу свой веночек. Сюда бантик. Из ленты, это я покупала в Икее. Она чем удобна, у нее вот эти вот краешки как бы металлические, они хорошо гнутся. Снимаю традиционный свой аутфит. Девочки просили, чтобы я снимала аутфиты. Сегодня одета вот так. Погода у нас то минус, то плюс. Вот это вот пальто, оно такое водонепроницаемое, немножко из плащевой ткани. И меховой воротничок, кстати, пришила сама из старой шапочки. Сапожки лакосты, замшевые, низ и голенище, которые отгибаются или поднимаются. Давно их покупала в Финляндии, очень люблю их. И к ним подобрала вот замшевые перчатки. Ну и традиционная моя сумка. Несменный шопер. И я по магазинам. Поехала. Уже сказала, девочки, я за экологические праздники, а тем более за экологическое Рождество и Новый год. Но как же без покупок? И что же я купила к Рождеству, к Новому году, да плюс еще к моему дню рождения? Ох, эти праздники, насколько они нас экономически выбивают. Но сидеть в Новый год, в Рождество и в свой день рождения, зажавшись, я не могу. Поэтому, как всегда, по традиции, покупки к праздничному столу. Но экологические, например, баранина. Она такая солененькая, ее нужно вымачивать немножко и потом на пару варить. Она очень-очень вкусная. Может быть, она смотрится не очень интересно, но она очень вкусная. Экологическая баранина. Вот так она выглядит. Подают ее вот с таким салатом из кол, из капусты. Сюркол. Ну и отварная картофель, конечно, или редька такая бывает у них еще. Кол ротстаппе. Делают из нее пюре из редьки. Лосось. Разных видов купила. Даже купила горячего копчения. Хорошие скидки были. Но это, конечно, не на один день. Это на пару недель хозяйства. Кто не знает, этот салат популярен в Норвегии как праздничный салат. Он содержит виноград и грецкие орехи. Может быть, я покажу вам как-нибудь рецепт собственного производства такого салата. Традиционная рисовая каша. Тут даже уже упаковали по кусочку, не по кусочку, а по тине положила пакетик масла своего. Смотри. Я взяла две упаковки. Рис, говорю, две уже съели почти. А в Норвегии традиционно ее кушают с копченостями с таким от. Вот такая вот копченая. Я думаю, что это оленина, а это итальянская салями. Салями. И это из оленя колбаска. А, что же я буду готовить на Новый год? Калькун.
Только вот где я его буду хранить, не знаю. У меня морозилки все забиты. Большой морозилки нет. Здесь 4 килограмма. Придется, наверное, вытащить этого индюка из коробки и как-то сложить все-таки в морозилку. Потому что он должен храниться до Нового года. Пару недель. Ну вот, кратко такие покупки. Основные. Думаю, вам было интересно. Всех с наступающими. Всего доброго. Хорошей подготовки.